CTU такой Chia. Chia была основана в августе 2017 года для разработки лучшей блокчейн-платформы и платформы интеллектуальных транзакций. Chia использует привычный алгоритм консенсуса на Накамото, новый из биткоин. Название Test of Space of Time, он был создан Бремом Куином, величайшим инженером сетевых протоколов и изобретателем BitTorrent. Биткоине добавляются с помощью так называемого доказательства работы, которое выключает в себе много циклов процессора и, следовательно, электроэнергии. Делая в рассчитывание, Chia коинов требуется гораздо меньше обработки. Фермер из Chia прогрузает номера шифрования на свой диск или SSD, часть емкости а известна как посылка. Сиусет связан с блоками в цепочке блоков, что зависит от процента общей площади, которую фермер выделяет по сравнению со всей сетью цепочки блоков. У каждого участка есть кэш, и по мере расширения цепочки блоков Chia каждый фермер может использовать в новую обработку системы, чтобы увидеть, соответствуют ли и кэши следующему шагу или взову логикады. В очи Tom's Hardware говорится, что сельское хозяйство Chia увеличило спрос на жесткие диски большой емкости, а розничные цены выросли на $103 в первой половине мая. Например, диск Toshiba X300 емкостью 19 ТБ стоит $320 в апреле, а в настоящее время стоит от $498 до $5600. В марте Western Digital Gold на 12 ТБ стоит около $340. WD продает его сейчас за $416, а на Amazon он стоит $440. Блок Gold 14 ТБ в марте стоил $410, а на Amazon сейчас стоит от $527 до $630. Минеры Chia в настоящее время используют более 3,9 ТБ хранилища. Учитывая нестабильный характер криптовалюты, невозможно предсказать, насколько будет расти платформа, а какое влияние вода окажет на рынки жестких дисков в долгосрочной перспективе. Предыдущая биткоин-бума вызвали острую нехватку графических процессоров. Спасибо за просмотр. Смотрите еще одно видео и подписывайтесь на мой канал.